Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Канал «В настоящее время» дал информацию о новых протестах в Казахстане. Теперь я обязан сказать, что канал «В настоящее время» входит в радиовещательную организацию «Радио Свобода», которая у нас в стране признана СМИ, выполняющим функцию иностранного агента. Напоминаю, в начале года жители Казахстана вышли на улицы из-за роста цен на сжиженный газ. А затем зазвучали и политические требования. И протесты были классическим громом с ясного неба, сильно перепугавшим Кремль, для которого Казахстан был примером для подражания. Но выяснилось, что пример более чем неудачный, и Путин сильно перепугался того, что его может ждать судьба Назарбаева. Особенно много инсайдерской информации по шоку в Кремле по данному поводу дал на своем канале Валерий Соловей. Впрочем, сколько Путин наделал глупостей в связи с этими событиями, известно и без Соловьева. Один спешный ввод российских войск в Казахстан под флагом УДКБ, а потом не менее их спешный вывод оттуда, в очередной раз опозорил его на весь мир. Похоже, позориться что на весь мир, что на всю страну становится любимым занятием Путина. Что же происходит теперь? На западе Казахстана возобновились митинги. Безработные требуют трудоустройство на предприятия нефтедобывающей отрасли, а работающие требуют повышения заработной платы. И протесты нарастают. Уже звучат ультимативные требования к правительству страны и лично к Токаеву. Кроме митингов применяется и более эффективное протестное действие – забастовка с указанным требованием повышения заработной платы. Забастовка началась в октябре, и люди требуют двукратного повышения зарплаты. Причем протесты начались еще 2 февраля. Протестующим было предложено повышение зарплаты на 30%. Но такое повышение зарплаты их не устроило. И рабочие уже объявили, что стачка будет затяжной. Также протестные акции начались в городе Жана-Озен. Там безработные, прежде всего молодежь, требуют трудоустройства. Местные чиновники, опасаясь повторения январских событий, на конфронтацию с протестующими не идут и призывают решать вопросы путем переговоров. Меня особенно заинтересовали комментарии происходящего со стороны казахстанского экономиста Айдара Алибаева. Он полагает, что возобновление протестов вызвано тем, что слишком многие требования протестующих были не выполнены. Вернее, по его словам, ничего принципиального вообще не сделано. Самое же главное, он отметил, что за какой-то месяц народ стал другим. Он почувствовал свою силу и понял, что ему по плечу за 2 дня власть снести. Прямая цитата. И понял, что власть боится. И поэтому теперь так просто паковать его в автозаке не получится. Вот как он об этом сказал. Вы знаете, и я это вижу в стране, я это сам ощущаю, как житель этой страны. Вы знаете, за какой-то один месяц народ стал другим. Народ в качественном смысле стал другим. Это уже не тот народ, который был на протяжении 30 лет независимости. Это не тот народ, который был в декабре месяце прошлого года. Это другой народ, который почувствовал свою силу, который понял, что за 2 дня можно власть снести. Вот. Который понял, что власть боится, власть пойдет навстречу и вынуждена будет и так далее. То есть, иными словами, народ почувствовал свою силу и уже так просто, как это было раньше, паковать там, знаете, в автозак и так далее, так далее. По-моему, сейчас уже эти номера проходить не будут. И поэтому я считаю, что в этой ситуации все-таки властям надо быть осторожнее, внимательнее и все-таки не допускать и не доводить настроение людей до крайней точки теперь. Что здесь можно сказать? Думаю, это очередной звоночек для Кремля и в целом для номенклатуры России. Ситуация в РФ очень похожа на экономическую ситуацию в России. Что в экономическом ключе, что в политическом. И думаю, политическая ситуация здесь имеет большее значение. Повторяю в очередной раз, что в Казахстане, что в России и близко нет никакого капитализма. Как нас уверяют все, включая коммунистов. А у нас классический политаризм. Или азиатская деспотия. Это касается почти всех постсоветских государств. Мой ролик, подробно объясняющий, что такое политаризм, будет на конечной заставке.
Но это не единственная общая черта российской и казахстанской азиатских деспотий. Вторая общая черта в том, что и здесь, и там номенклатура начала создавать культ личности деспота. И чем это закончилось для Назарбаева лично, мы все уже видели. Чем это закончится для казахстанской номенклатуры, а именно номенклатура истинная олигархия, что Казахстана, что России, а не олигархи, как нас уверяют, мы пока не знаем. Но если протесты продолжатся и продолжат опять нарастать, закончится может очень плохо. И думаю, что уже прошедшие события в Казахстане, что их развитие очень поучительно для нашей номенклатуры. Уже говорил, судьба Назарбаева – это еще далеко не самая плохая судьба азиатского деспота. Судьба того же Чаушеску намного печальнее. И чью судьбу может повторить Путин – Назарбаева или Чаушеску – пока не знает никто. Кстати, судьба Муссолини еще печальнее судьбы Чаушеску. А режим Муссолини, как и режим Гитлера, кстати, согласно современного обществознания, это тоже азиатские деспотии. Только это политарно-капиталистические азиатские деспотии. Об этом, кстати, есть интересное исследование у современного российского ученого Юрия Семенова. Некоторые же ученые, например, Михаил Васленский, в работе «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза», вообще ставят знак равенства между политаризмом азиатской деспотии и фашизмом. Правда, я лично с ними в этом вопросе не совсем согласен. Надеюсь, мы когда-нибудь поговорим об этом подробнее и поговорим применительно как раз к азиатской деспотии Путина. В общем, если протесты в Казахстане опять получат развитие, то их развитие обещает быть очень интересным. И я обещаю в таком случае подробно освещать их на наших каналах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликами в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.